Всем привет! Это видео является анонсом еще двух уроков кулака белого журавля Пай Хай Чуань. И в этих уроках речь у нас идет о так называемых болевых точках. Вместе с тем необходимо, наверное, одно уточнение. В боевых искусствах, в боевых практиках мы не говорим о боли. Мы не пытаемся донести до нашего противника какой-то болевой стимул, который в сущности ничего не значит. Если в спорте, в единоборствах болевой стимул имеет какое-то, иногда даже решающее значение, то в боевых искусствах это далеко не так. Почему? Ну, хотя бы потому, что в отличие от ринга, в отличие от матов, от ковра какого-то, на котором вы могли бы себя представить в спорте, в реальной ситуации ваш противник, во-первых, может быть состояние алкогольного или наркотического опьянения, что совершенно меняет восприятие боли, и болевой стимул просто может игнорироваться. Во-вторых, даже с каким-то болевым стимулом ваш противник все равно вполне может сражаться, потому что вы его не лишили такой возможности. Вот это важно. Поэтому в боевых искусствах то, что вот называют там болевыми точками, мы называем уязвимыми зонами на теле противника. И речь идет именно о тех местах на теле, которые способны лишать противника возможности продолжать сражаться с вами. Вот это вот важнее куда, чем причинение какой-то там эфемерной боли. И в этих уроках, да, действительно, мы рассматриваем такие зоны, которые могут быть и чрезвычайно опасными, и повлечь за собой какие-то серьезные последствия, и могут быть опасными настолько, чтобы вот эту конкретную ситуацию закрыть полностью, поставить на ней крест, но при этом до тяжких телесных, скорее всего, не дойдет. Мы рассматриваем самые разные такие зоны. В каждой такой зоне есть отдельное краткое описание того, что и сколько весит, что за собой влечет, что, какие последствия могут быть при таком воздействии и так далее. Я думаю, что это важная информация для тех, кто идет по пути боевого искусства. О том, как скачать эти уроки, внизу в описании к этому видео. Я вам желаю хороших тренировок и скоро увидимся.